Так, ну заходим в саму каютку, давайте зайдем. Вот у нас дверь входная, здесь шкаф. Так, все как бы неплохо. Так, тут у нас что? Тут у нас туалетик такой, ну, корабельный, короче, туалетик. Вот. Все в зеркалах, наверное, чтобы просторнее было. Здравствуйте. Так, ну хорошо, тут шкафчики какие-то пустые они, ничего там нет. А вот, это сейф, денежку хранить. Вот такой, значит, номер. Диванчик. Света, сделай ручкой. Диванчик, кровать. И там у нас есть балкон. Надо сказать, что в комнате кондиционером тут охлаждено. А вот на балкон я выхожу, и тут довольно-таки влажно, тепло. Понятное дело, что тропики. В общем, вот так. Вот. Это у нас вид пока что. Вот такой вид у нас с нашего балкончика. Вот туда, на город. Скоро Новый год. 5 декабря сегодня. Вот мы поднялись на 6-й этаж, где мы живем. И вот отсюда вот такой вид. Что-то напоминает какой-то такой городок европейский, да, Свет? Да. Как-то вот такое зрелище. Такое ощущение, что там целая улица с магазинами. Совсем. Ну, мы еще поснимаем улицу с магазинами, все поснимаем. Света? А это сердце корабля. Почему у нас сердце? Ну, потому что здесь игральные автоматы, казино. Так. Сейчас здесь тихо и пустынно. И только слышен такой легкий гул вентиляторов и мигание лампочек. Так. Пока здесь пусто и нету никакой жизни. Но пройдет буквально час-полтора, и это место живет. Ух ты, какие красивые фигурки. Да, надо сказать, что корабль отправляется в 8 часов вечера. Вот сегодня суббота, да? В 8 часов вечера мы отправимся. А сейчас где-нибудь часа, сколько там, 2, может быть? Сейчас 23-го. 23-го. Сейчас просто народ грузится. Так что... Но здесь прикольно сейчас именно потому, что никого нету, потому что потом здесь будет всякие люди, дринки, запахи, звон этих самых автоматов, сыплющихся денег, монет и так далее. Да. А сейчас здесь очень прикольно. Ну и вот через игорные автоматы мы идем в то место, где люди обедают. Идем посмотреть. Нам как группе выделили несколько столов, там как-то мы заранее так, значит, бронировали, чтобы вместе сидеть. Ну, посмотрим, что там. Нас посадили в очень почетное место, прямо возле капитана. Так, а это как, друзья, с острова Сокровищ там, да, смотри, ну, какие-то. Royal Caribbean, смотри, это же как пиратские корабли, деньги, золото, бриллианты. Золото, бриллианты. Ну, в общем, если кому нужны золото, бриллианты, вот есть места, где можно их добывать. Россыпью. Так, а вот там уже, я смотрю, какая-то, да, другая красота. Пошли. Мне кажется, Света, то, что мы сейчас можем снимать, это потом не затопчено. Не то, что затоптано будет, но просто будет много людей. Ну да. Вот. И мы уже так хорошо не сможем поснимать. Вот и мама родная. Из трубочек каких-то. Такая красотища. Ну, давайте посмотрим вниз. Туда, на третий этаж. Вот оно так. Раз, 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 раз. Ой, ё-моё. Ой, ё-моё. Вот такая вот. Надо сказать, что мы небольшие там любители крузов. Это второй раз в жизни мы едем. До этого мы один раз были на Аляске. Наверное, лет 10 уже прошло, да, с аляскинского нашего путешествия. Но красиво. Хотя, в общем-то, похоже на то, что было в прошлый раз, да? Как, нельзя сказать, что кардинально как-то отличается. Вот вы видите лифт. А лифты красивые, прозрачные. Вы когда едете в лифте, вы видите, как все вокруг замечательно, красиво. А вот мы заходим в ресторан. Помпезно. Ну, красиво, красиво. Да. Хорошо. Крутенько, покажи вниз. Если дашь мне пройти. Так. Вот. Ну, здесь есть такое ощущение роялти, да? Роялти? Ну, есть ощущение, что
С понтом все. С понтом, почти красиво. Как на Титанике, вот так вот смотришь. Что это? Я на Титанике не плавал. А я кино смотрела почти как на Титанике. Хорошо, тут несколько, можно сказать, ярусов. Да. Это большой театр даже напоминает. Да, да, очень. Вот так это вот. Место такое очень, это самое интересное. Да. А это такая кафе стейшн. Да, так мы. Еще никого нет, люди только грузятся. Но до 8 часов вечера, значит, народ должен заселиться, освоиться, поглазеть, перезнакомиться, если там не все знакомы. Мы-то вот едем большой компанией, с которой мы половину, может быть, больше, раньше не знали. Из Нью-Йорка народ подтянулся, из Торонто женщина. Вы видите там скульптуру, дирижер, и там нарисован оркестр. Я вспоминаю анекдот, как муж с женой в симфоническом оркестре слушают музыку. Тоже дирижер вот так стоит и машет там палочки, дирижирует. И жена мужу говорит: ты представляешь, говорит, Бетховен. Муж говорит: ну, сейчас повернется, посмотрим. Друзья, посмотрите, какая с понтом лестница. Ну, просто, ну, вообще, как в лучших дворах. Вот это место прикольное, чтобы тут кушать. Сейчас мы поднимаемся на 5-й этаж. Так, ну да, такая как бы лоджия. Да? Да. Такая лоджия. Посмотри вниз, как вы. Давай вниз посмотрим. Так. Мы как из президиума. Ну да, да. Вот. Это на 5-м этаже ресторан. Я бы сказал, что он оформлен иначе. И цвет, цветовая гамма в целом другая. Как попроще здесь смотрится. Ну, как-то меньше такого ампира, да. Так. Светлана говорит, что может быть красивый вид вниз, а мы посмотрим сейчас. Так, так, так. Обзорная такая у нас сегодня экскурсия. О, как хорошо. Нам, друзья, рекомендовали более опытные товарищи пройтись по 5-му этажу. Ну, я даже уже догадываюсь, почему. Это мы как бы в такой европейской улочке оказались. А да, интернет. Надо бы и нам сюда интернетом зарядиться. Да. Это сервисы, обмен. А нет, это экскурсии люди приобретают. Мы посетим 5 островов. Более известных, менее известных. Поговорим еще отдельно про острова. Магазинчики, сувениры. Это бар. Пол красивый. Я голодный. Нет, вроде пока не голодный. Hello, hello. Hello. Recording. Try the performance from online.
Все встречаются на базе. Да, друзья, основной язык на корабле русский. Да. Так что... Вы видели, где эти вот променады, кафе? Мы видели столы, мы были в ресторане. Мороженица, мороженица. Нормально Борис, как матерый, так сказать, круизер, крузер, он же круизер, хотел спросить, вот то, что здесь ребята разливают, это стоит денег? Или да. Вот мороженое? Идемте, вот, значит, то, что здесь разливают, это стоит денег. Единственное, здесь можно бесплатно взять. Так. Это воду, обычную воду. То есть мало того, что ты заплатил за все, так еще и, значит, вот это стоит денег. Алкоголь стоит деньги, всякие напитки стоят деньги. То есть, если ты, например, пошел в столовую, то сок не стоит денег. А если ты вот в такое место пришел, то за тот же сок ты заплатишь денег. Вот здесь вот всякие чаи, кофе, бутерброды, вот это все бесплатно. Пицца. Это бесплатно. Пошли смотреть. Hello. Так. Смотрим, друзья, что тут бесплатно. А ты уверен, что бесплатно? Да. Okay. То есть, если человек проголодался, например, а если только этому рюмочку захотел, тогда уже заплатит. Яблочки. Еще не выпили всю воду, да. А сейчас мы, друзья, на 11 этаже. Там вот бассейн, люди загорают уже. Некоторые так сразу прямо взялись отдыхать. Ну и тут буфет. Да, это у нас спа и джим. Вот, а тут еще должен быть буфет, где в отличие от ресторана, значит, не по расписанию люди кушают, а в любой момент пришел и покушал. Да, мы идем в буфет мимо отдыхающих, загорающих, джакузищихся граждан разных государств. Хлоркой пахнет. Наши люди. Да, хотел сказать по-испански, там типа Buenos Dias, да. Но нет, да. Друзья, обманчиво испанская внешность. Тут ко мне подошел этот официант, значит, по-испански со мной, или по-немецки, я не знаю, на него. Он, оказывается, прочел Стерн, значит, по-немецки. Понятно. Оказался русский мальчик. Очень-очень шумный бенд такой, ну, ладно, идем дальше. Вот там должна быть столовая, типа буфет. Вот, пожалуйста, это написано Windjammer Cafe. Заходим в кафе, это фактически круглосуточная такая операция. Вот, друзья, у меня капнули. А я теперь размазываю для дезинфекции. Это неплохо. Дезинфицируется-то. Хлебушки, друзья, хлебушки с маслицем. Идем дальше. Понятно. Пальчики, грибочки, лучок. Зеленюшки. Продолжаем движение. Да. Здесь люди сами себе выбирают салатик. А здесь супчики. Вот это чикен нугу. А это вот картофельный. Морковь. Лапша вермишель какая-то. Так. Макарончики опять.
Я извиняюсь, снимаю через стекло, иначе угол будет не очень короткий. Барбекю чикен. Да. Это такая у нас чикен с сифудом. Рис с курочкой. Не знаю, с чем это, что за мяско, не знаю. Рыба. Так. Это тушеная свининка с грибочками. Тут что-то сладкое. В небольшом ассортименте сладкое. Справа хлебушки разные, а здесь можно вот взять сырок с колбаской, с ветчинкой. Бутербродик все такое сделать с помидорчиком, с лучком, с капусткой. Так, это у нас чипсы. А к чипсам всякие есть помазки. Вы видите, тут, я бы сказал, такая еда. У нас было название мексиканский, ну, пока латиноамериканский. Вот в том же ключе. Так. Отбивная такая. Бургер практически. Так. Сосисочки. Картошка жареная. Друзья, можно жить. Можно жить. Это не то, что там шикарный ресторан. Но если, например, там лежал на солнышке, проголодался, пошел, покушал, в очереди не стоял. Пицца. А вот мы, друзья, сейчас в лифте поснимаем. Красиво. Мы на 11 этаже. И едем на какой? На шестой. А елку поставили? Конечно, он стоит. Так, вот давайте еще будем снимать вот туда, где красота. А где красота? Вот красота. Вот она. Вот это у них вот самый бордвок этот. Прогулочный на пятом. А вон майка. Вон красота идет, какая майка. Вы видите, друзья, что время идет. Народ потихоньку собирается на корабль. И вот развозят чемоданчики. Первая очередь, которую мы отстояли, была очередь, чтобы сдать чемоданчики. Вот они тут приехали.